перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет. Всем привет, кто в эфире. Сейчас ремешочек застегну. Секунды. Всем привет, дорогие друзья. Всем доброго вечера. Как настроение? О чем хотелось рассказать. Сегодня был такой огненный, ну не огненный, просто мой пост, ответную реакцию насчет высказывания футбольного клуба Ростов касаемо моего концерта на стадионе. Все пошло нормально, слышно, видно. Хотелось бы высказаться. Слышно меня? Скажите, пожалуйста, кто-то. Привет с Ростова, вот. Специально майку сделал с Ростова. Слышно меня нормально? Кто-то напишите, из тебя слышно. Вот. Хотелось высказаться насчет вот этого огненного поста, который был опубликован мною, ответ на высказывание футбольного клуба Ростов насчет того, что выступать мне или не выступать на стадионе в Ростове. Все страсти улеглись, вроде все хорошо, и концерт обязательно состоится, так что мы ждем всех наших людей 29 числа в Ростове на левом берегу Дона, на новом стадионе, который был построен специально чемпионату мира, новая бешеная площадка. Я с нетерпением сам жду уже этого момента. Надеюсь, нас соберется, как всегда, целая толпа. Сейчас уже нас 20 тысяч, то ли еще будет. Так что я счастлив, безумно счастлив, что мне удастся все-таки выступить в моем городе, и все проблемы оказались в прошлом. Спасибо, хочу сказать, конечно, администрации города и области, и губернатору Василию Голубеву за то, что включились все в процесс, и все это так разрулилось. И, короче, круто все. Так что будет концерт. У меня столько друзей летит со всего мира туда, на концерт в родном городе, потому что это событие будет, сами понимаете. Что такое для мальчишки из Ростова выступить в своем родном городе, в самом любимом. Так что вот такие вот дела, все хорошо, будем выступать. Все крепко вас обнимаю. Кто поддерживал, спасибо за поддержку. А непонятки они всегда будут, будем это проживать. Возьми меня в эфир. Все. Многие просят газона, да. Так что вот так, специально там все будет перекрыто, все будет накрыто специальными техническими штуками. Все будет сделано как на таком уровне, как сделано в Москве было, где проходили концерты на открытой арене. Концерты Рамштайна, Депеш Мод. Газон будет сохранен, переживать не стоит из-за этого. Современные, новые времена, ребят. Все может работать без ущерба. Я вас обнимаю, хорошего вечера всем. Держитесь, до свидания.